Ежегодно 11 сентября в нашей стране проводится Всероссийский день трезвости, цель которого – борьба с алкогольной зависимостью и популяризация трезвого образа жизни. Целевая аудитория – подрастающее поколение. В Щелковском колледже на базе структурного подразделения номер 4 прошел тематический открытый урок. Осознанный выбор здорового образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед обществом и государством, отметил, обращаясь к студентам, замглавы городского округа Щелково Виктор Семин. В Московской области и нашем округе открываются новые спортивные объекты, проводится множество профилактических мероприятий для разных возрастных групп – от дошкольников до студентов. Проводятся такие мероприятия, как межведомственные рейды в места проведения досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления и распространения наркотиков, мероприятия по противодействию распространению в общественных местах и жилом секторе рекламы наркотиков, а также акции антинаркотической направленности, тематические семинары, обучающие занятия, классные часы, различные конкурсы, спортивные турниры. Интересно, что в православии это тоже особый день. Еще в далеком 1913 году церковь инициировала проводить 11 сентября День трезвости, который совпадает с праздником усекновения главы Иоанна Предтечи. Святой был убит по приказу царя Ирода во время пиршества. В этот день церковь особенно вспоминает и состраждет тем, в чьих семьях вот есть подобные проблемы, подобные горе. Но с Божьей помощью мы верим, что все это поправимо. Студентам колледжа раздали памятки и тематические сувениры, чтобы не только в День трезвости у них была возможность подумать о том, какие ценности являются действительно важными в жизни. Данное мероприятие имеет очень огромное значение для нас, подрастающего поколения, и нам все же стоит напоминать все чаще и чаще о том, что наркотики, алкоголь и другие, в принципе, вещества, которые подначивают нас под какую-то зависимость, имеют огромный вред. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.